Доброе утро, Севастополь! Сегодня четверг, на дворе 21 сентября. Если вас одолевает хандра, срочно присоединяйтесь, будем поднимать вам настроение. В студии с хорошим настроением работают Дринник и Джигирей, и я, Михаил Паутов, а также команда наших корреспондентов, которые приготовили замечательные и удивительные сюжеты. На секундочку забегу вперед и скажу, что сегодня у нас будут удивительные гости, которые расскажут много полезной и прикладной информации. Но обо всем по порядку. Давайте посмотрим, что будет дальше. 21 сентября 1961 года Севастополь посетил первый летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин. Однажды побывав в Севастополе, не забудешь его никогда. Приезжал сюда и Юрий Висбор. Одинокий гитарист в придорожном ресторане. Согласно Семейного кодекса Российской Федерации, брачный договор супруги могут составить как на... имеют право составить договор новый, имеют право внести изменения в этот договор. Дариника, а вот расскажи, ты в каком районе Севастополя живешь? В Ленинском. Можно подольше поспать и не опоздать при этом на работу. Так что вот. А, близко к работе живешь. Ну вот в нашем городе есть, как известно, район Гагаринский, и назван он в честь первого космонавта, который посетил Севастополь именно в этот день, 21 сентября, но в 1961 году. И приехал он тогда не один, а в отличной компании. С Гагаринским все понятно, а до меня мысль вдруг доходит, а Ленин что, у нас тоже был? Почему район Ленинский? Ну ты вот узнай пока в поисковике верный тоже ответ, не знаю, да? Ага. А мы посмотрим с нашими телезрителями рубрику «День в истории». 21 сентября 1961 года Севастополь посетил первый летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин. Герой Советского Союза прибыл в наш город вместе с космонавтом Германом Титовым. Местные газеты запечатлели это историческое событие. В ходе визита Гагарин и Титов высадили деревья на Малаховом кургане. Позже, 19 ноября 1975 года, в Севастополе был образован Гагаринский район. А к 25-летию полета человека в космос 12 апреля 1986 года на пересечении улиц Репина и проспекта Гагарина был установлен памятник первому космонавту планеты. В этот день, в 1799 году, начался знаменитый переход русских и австрийских войск под командованием Александра Суворова через швейцарские Альпы. Поручение отправиться в путь фельдмаршал получил после серии побед в Италии. Планировалось, что войска под командованием Суворова соединятся с корпусом генерала Александра Римского-Корсакова, чтобы перенести военные действия на территорию Франции. Для перехода Суворов избрал самый короткий, но самый трудный путь – через перевал Сен-Готард, который был занят французскими войсками. В этом походе войска Суворова преодолели 7 высокогорных альпийских перевалов, около 300 километров по узким горным тропам, снегу и скалам. Потери русской армии составили около 5000 человек. Однако наши войска отбили все атаки превосходящих сил противника, вышли из окружения и даже вывели почти 1500 пленных. За швейцарский поход Александр Суворов в ноябре 1799 года был возведен в звание генералиссимуса. Даты. 21 сентября отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Дата была учреждена в 1994 году по инициативе организаций, которые занимаются изучением и поиском способов замедлить развитие недуга. Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции. Впервые была описана в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Заболевание, как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет. Старческим слабоумием в мире страдают свыше 35 миллионов человек. Сегодня в нашей стране отмечают Всемирный день русского единения. Инициатором создания этого неофициального праздника стал Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии. Его, начиная с 2010 года, ежегодно отмечают в более 30 странах мира. Дата праздника выбрана не случайно. Она совпадает с Днями воинской славы России, а также с Днем призвания варягов на Русь и объединения русских племен в 862 году. Примечательно, что символом Всемирного дня русского единения стала русская береза.
Этим утром мы откроем тайну, как правильно печь пироги, почему от некоторых бывает изжога, а от других нет. Все узнаем от участницы проекта «Битва шефов». Мария Николаевна Харкамица здесь у нас в гостях. Мария Николаевна, вопрос на засыпку. Как вы вообще в «Битву шефов» попали? Вы ведь диспетчером работаете, не поваром. Да, я работаю диспетчером, но я очень люблю готовить домашнюю вкусную еду. Итак, вы позвонили в редакцию и сказали, еду? Нет, не позвонила. Я очень часто смотрю телеканал «Пятница» и смотрю программу «Битва шефов». Думаю, а почему сейчас бы и нет? Пусть да, позвоню. Я тоже хочу попробовать себя и показать людям, что не только профессионалы умеют готовить, а и самоучки, домохозяюшки, которые готовят для своей семьи и для своих друзей. Расскажите о внутренней кухне непосредственно этой программы «Битва шефов». Было сложно? Есть там подставы, честно? Или, может быть, вас на какие-то эмоции пытались провоцировать? Да. Честно сказать, подставы есть со стороны участников, а со стороны ведущих нет. Они дают задания, и мы выполняем. Но надо очень быстро это все делать. И бывает, участники подбивают. Например, бывает, вот было так у нас, что мы договорились работать командой. В итоге оказалось, что нету команды. Каждый себе, нельзя никому никогда доверять. Надейся только на себя. А вот у нас есть команда. Мы этим гордимся. Да, вот Дареника очень вкусно готовит омлет. Всем, кроме тебя. Но не об этом. С каким блюдом вы туда ездили? Так как я родом с Молдавии, я решила приготовить молдавский борщ и молдавские пироги с картошечкой, с капусточкой. Так. И что они сказали? Конечно, я думала, что они мне скажут, может, им не понравится, может, они такую еду не едят. Но я была в шоке, и эмоции меня перешкаливали. Было на седьмом небе отчасти, когда я услышала от них два «да». Им очень все понравилось, и борщик, и пироги вообще отменные, сказали, все. А значит, этим утром нам тоже нужен рецепт борща. Как он или готовится? Или пирогов. Очень долго его готовить надо. Готовится 2,5 часа. Так, пирог меньше? Томится на медленном огне. А пироги вот если? И пироги, печеные в духовке с капусточкой. Очень-очень тоненькое дрожжевое тесто. Видишь, у меня слюна потекла. Ну хорошо, а молдавское утро, как оно, с чего начинается? Может быть, дадите нам рецепт какой-нибудь интересный? Ну, я вам хочу сказать, что не отличается ничем от утра наше в Севастополе или там где-то за границей. У всех обычное утро с чай, кофе, пироги. Те же самые бутербродики. Нету никакой, как бы сказать вам, секрета. Но молдаване любят вкусно готовить и угощать всех. Вот в чем. Поэтому я так готовлю и угощаю всех друзей. И они меня подбили. Маша, иди. Ну, не пожалели, что вы сходили туда? Нет, не пожалела. Мария, я думаю, что ее еще раз. А когда вот вам первый раз позвонили и сказали, приезжайте, вы проходите там кастинг, отбор, какие да. у вас были эмоции? Эмоции перешкаливали, я прыгала чуть не до потолка, как маленький ребенок. Думаю, ура, я ж прошла. Я им отправила все свои данные, мне моментально ж прислали, что вы участник программы «Битвы шефов», мы ждем вас такого-то числа. Я всем рассказывала, радовалась, как ребенок. А когда поедете снова, какие уже ошибки вы знаете, что есть, и ну, на что стоит не рассчитывать, а рассчитывать только на себя? Расскажите вот эти подводные камни. Да, надо рассчитывать на себя, на свои умения и сделать так, как подсказывает сердце. Не соединяться в команду. Да, не соединяться в команду и не поддаваться никому. И надо более, знаете, как говорят, что хозяйка знает свою кухню дома. А там же все чужое, все надо. А на следующий раз я уже выучила все, я все заметила, все знаю уже как, где и буду стараться. Конечно, жаль, что я не дошла до конца, но
ничего. Ну, вы меня еще увидите. Вы еще меня увидите. Или собрать свою надежную команду здесь, в Севастополе, и повезти ее туда. Тоже вариант, да? Да, тоже вариант, как вариант. А на работе у вас стали просить угостить пирожками? Я угощаю на работе. И до этого я угощала, поэтому все мне поддержали меня. Маша, едь ты. Там покажи, не важна победа, а важно участие, как мне сказали. Ну, естественно, и победа тоже важная, но, увы, я пересолила котлетку. Там мелкая соль, мелкая, а я работаю с крупной солью, ну, готовлю. И поэтому спешки, да, спешки, мы поспешили. И они это почувствовали, да? Да, конечно. Как говорят, когда если повар что-то пересолил, значит, влюбился в человека, который... Да, так и было сказано на всю студию. Признаваться, в кого я там влюбилась, что я пересолила так котлету. Так что соль подвела меня чуть-чуть. Надеюсь, я с Викториной не пересолила. Мы уже уходим в нее. И это исключительно. Не стоит напрягаться. Вы команда вдвоем. И мы немного взбудоражим мозг. Поговорим о русской национальной кухне. Проснемся. Русская национальная кухня. Съедобная, первый вопрос. Изделие, считающееся символом солнца. Вариант первый – блины. Вариант второй – оладьи. Вариант третий – пышки. Съедобное блюдо, русское именно, считающееся символом солнца. Блины, я думаю. А беляш есть? Кстати, беляш, мне кажется, вообще не русская кухня. Смотрите на экран, и это действительно блины, символ солнца, обновления и плодородия. Вот он. Хорошо, второй вопрос. В некоторых странах, мы говорим о русской, помните, да? В некоторых странах это блюдо подают как русский салат, считая его по праву нашим национальным блюдом. Вариант первый – окрошка, вариант второй – винегрет, вариант третий – оливье. Я думаю, оливье. Так, ваша версия? Окрошка. Окрошка? А нет, на самом деле русский – это винегрет. Оливье, конечно, изобрел француз тоже у нас в России. В 60-е годы 19 века в Москве у него был ресторан французской кухни «Эрмитаж». Но все же салат, ну, по его фамилии Оливье, это французский. А наш салат – это винегрет. Хорошо. Посмотри-ка, шеф-повара я почти переиграла. Сейчас горжусь собой. Так, третий вопрос. Какой овощ на Руси был вторым хлебом, пока не появилась картошка? Вариант первый – редька, репа – вариант второй, или дикий мангольд, она же свекла или свекла, как вам больше нравится? Свекла, конечно. Ваша версия? А второй вариант какой-то? Репа. Репа. Я думаю, репа. Репу по праву можно назвать прародительницей всех овощных культур, выращиваемых на Руси. А свекла, она же свекла, появилась из Византийской империи, к нам в X веке пришла. Ого, вот. Так что репа. Браво! История. Проснулись? Да. Да. Что готовить будем? Пирожки. Салат с репой. Супер. А какой салат с репой вы, кстати, могли бы? Самый простой. Какой? Потерли на терочке с маслом, с лучком и поели. С черным хлебушком. Да. Вот я никогда отличный. Не делала салат с репой. Вот такой салат. Все, поняла. Масло пахучее, чтобы было чуть-чуть. Подсолнечное. Да. Хорошее, да? Вот спасибочки. Спасибо вам большое, да, за такие аппетитные рецепты. Мы желаем вам, конечно же, удачи дальше в следующих сериях продолжения проекта. Если пригласят, обязательно участвуйте, обязательно мы вас поддержим на расстоянии. Спасибо вам большое. И хочу сказать севастопольцам и всем остальным совет. Пробуйте себя. Не пожалейте, не бойтесь показать. Пусть страна знает, какие у нас есть таланты. То есть творите и вытворяйте. Творите, да, и вытворяйте. Спасибо огромное. С гостями мы пока прощаемся, а вы не переключайтесь. Далее посмотрим, что вкусненького и аппетитного можно посмотреть сегодня на телеканале СТВ. Оставайтесь вместе с нами.
Вторая мировая война. Советское руководство узнает, что немецкий концерн ведет разработку атомного оружия. В нем работает ученый-физик Катерина Штур, жительница Польши, побывавшая в немецком концлагере. Она пока не осознает всей опасности своих научных изысканий, панически боится гестапо и мечтает сбежать туда, где ей ничто не будет угрожать. Ее мечту может исполнить Влад Вольный, завербованный советскими спецслужбами и получивший задание похитить сотрудника концерна и доставить его в Москву. Как будут разворачиваться события дальше, узнаете в новых сериях на нашем канале. В 19.30 программу передач на СТВ продолжит вечерний выпуск новостей. О главных событиях дня в стране и городе расскажут корреспонденты информационной службы нашего телеканала. Побывать в операционной прямо во время хирургического вмешательства. Сложно, но можно. В 20.00 на СТВ смотрите документальный фильм «Инновации в медицине» о новых технологиях в Первом российском медицинском университете имени Ивана Михайловича Сеченова. Мир 17-летнего Мэрая Мунди меняется, когда его родители внезапно исчезают, оставив юношу и его брата Феликса на произвол судьбы. В музее ребята знакомятся со странным джентльменом по имени Уилл. От него ребятам достается таинственный амулет, за которым начинают охотиться странные незнакомцы. Смогут ли братья разгадать тайну загадочного украшения и скрыться от преследователей, узнаете в 21.30 на СТВ. Представляете, в Новосибирске ученые создали технологию производства живой косметики из водорослей. Уточняется, что будущий материал для косметики выращивают в уникальном фитореакторе, в котором вырастает запатентованный штамм одноклеточной водоросли под названием хлорелла. Она с высоким содержанием белков и полезных жирных кислот. А, как известно, в составе косметики такие компоненты восстанавливают и питают кожу. Кроме того, эта живая водоросль хлорелла богата витаминами, полезными микроэлементами. Забавно, что ее вырастили в Сибири, но зато в тепличных условиях. В стерильных условиях изготовлены фитореакторы, не имеющие аналогов в мире, и нигде нет подобных аппаратов, кроме как у нас, уточнили в компании «Микробиотехнологии». Вот интересный факт. Один такой фитореактор стоит, как квартира в том же Новосибирске, около 3 миллионов рублей. Ого. И уникальность такой технологии в том, что в промышленных масштабах производится чистая культура, свободная от загрязнения побочных, ну вот различных микро таких вот факторов. Здорово, что сделали такое оборудование у нас в России. А вот ты бы стала есть, например, если бы сделали водоросли, которые сделали, например, для салата, вот в таком фитореакторе. Честно говоря, я с огромным интересом попробовала бы. А что, помидоры, огурцы в теплице мы выращиваем, едим, и все с нами нормально. И почему бы водоросли, которые настолько насыщены микроэлементами и витаминами, а сейчас нам это очень нужно, из фитореактора, почему бы не попробовать? Плюс ко всему новые ощущения, Миша. А я их люблю. Ну да, вот больше новой информации можно посмотреть у нас в новостях. Эфир продолжает информационная служба нашей телерадиокомпании. Сейчас я собираю посылку на фронт нашим бойцам. В основном туда очень сильно необходимы будут газовые баллоны. Также носки. Берем в двух форматах хлопковые и обычные носки, которые и затем утепленные носки очень нужны. А еще влажные салфетки, балаклавы, шапки под шлемы, дождевики, чтобы нашим защитникам было комфортно, насколько это возможно. И, конечно, тепло в любую погоду, на любом расстоянии от дома. Где-то просто аптечки, где-то просят все, начиная от еды, да, заканчивая там медицинскими препаратами и одеждой, ну, прочими вещами. Острая необходимость в теплых вещах, противовирусных препаратах. Впереди похолодание, сезон простуд. Продукты питания тоже нужны, по словам волонтеров. Сейчас хорошо идут фрукты, натуральный источник витаминов. Незаменим в полевых условиях и сухой душ. Удобное средство гигиены. В один набор входит пакет с водой, полотенце и, пожалуй, самое важное – вот такая губка. Она пропитана специальным раствором и хорошо пенится даже при небольшом количестве воды. Следовательно, человек может освежиться, не принимая ванну. В принципе, нужно все и запросы на все, потому что кому-то на одном направлении – не знаю, нужна там строительная пленка, чтобы укрепить себе там, да, блиндаж, потому что пошел сильный дождь. А кому-то нужно самое обыкновенное письмо,
которые пишут детки. Ну, то есть запросы самые разные и просьбы самые разные. Добрые письма, открытки и обереги стараются уместить в каждую коробку. Все для того, чтобы поднять боевой дух, напомнить нашим защитникам, что их ценят, любят и ждут. Гуманитарку, привезенную по адресу, мужчины встречают скромно и с большой благодарностью. Такая искренняя, трогательная реакция всегда берет за душу, делятся волонтеры. Когда к ним приезжает такая частичка дома и привозит какую-то посылку, либо это адресная посылка, либо это из города, и говорят спасибо. Ну, знаете, у некоторых даже были слезы на глазах, и очень приятно о том, что ты можешь помочь, и о том, что ты можешь их таким образом поддержать. За неделю гуманитарную помощь доставили на Запорожское и Херсонское направления. Весточки передают не только от севастопольцев, но и россиян из других регионов. Гражданское население новых регионов, в частности молодежь, севастопольские волонтеры активно поддерживают. Во время поездок проводят встречи и мастер-классы, в основном в школах и других учебных заведениях. Недавно были с таким визитом в Запорожской области, ездили, проводили для юнармии, для медицинского колледжа Мелитополя и медицинского колледжа Бердянска мастер-классы по оказанию первой помощи. Если вы также не хотите оставаться в стороне, присоединяйтесь к добровольческому движению «Мы вместе Севастополь». Все необходимое для героев спецоперации можно приносить по 7 адресам. Центральный офис штаба находится на Ленина, 39. Приветствуется не только гуманитарка. Все желающие могут, к примеру, помочь волонтерам с сортировкой или принять участие в плетении маскировочных сетей. На сайте достижения.рф продолжается голосование за выдающиеся проекты Севастополя. И сегодня у нас в студии обсудим один из таких масштабных проектов – исследовательское судно «Пионер-М». И у нас в гостях Максим Павлович Евстигнеев, проректор по научной деятельности СевГУ, и Виктор Игоревич Двухшерстнов, директор Центра морских исследований и технологий СевГУ. Приветствуем вас в нашей студии. Ну и, собственно говоря, вот да, у Доринки много вопросов. Как вообще начинался этот проект и эволюция этого проекта? Расскажите подробно. Да, действительно, проект начинался очень необычно и так, если сказать, криволинейно, в том смысле, что не прямолинейно, как обычно многие проекты начинаются. Началось это все в 2015 году, собственно, на волне «Русской весны». Тогда много идей возникало, много интересных мыслей, и один из коллег нашего университета предложил идею по возможности проектирования студентами собственного научно-исследовательского судна. На тот момент, конечно, идея казалась завиральной, никто ее всерьез не воспринял, и поначалу как бы идея эта ушла в сторону. Но через какое-то время она была услышана, зерно этой идеи воспринял ректор тогдашнего нашего университета Кошкин Валерий Иванович, и, собственно, эта идея была трансформирована уже в такую серьезную идею, как лидерский проект, суть которого заключалась в том, что действительно студенты, как изначально преподавателям было предложено, студенты действительно проектируют собственное научно-исследовательское судно, так называемый эскизный проект. Они его проектируют вместе со специалистами Российской академии наук, вместе со специалистами проектно-конструкторского бюро. И этот проект, он дальше идет уже на рассмотрение отрасли, на постройку, либо не постройку. И в 2016 году этот проект был представлен нами, как университетом, в агентство стратегических инициатив на соответствующий отбор, и он прошел отбор. И в 2016 году, это было лето, он был вынесен на пленарное заседание агентства стратегических инициатив, которое проходило под председательством Владимира Владимировича Путина. И, значит, из всех проектов 6 были отобраны, в том числе наш. И вот с этого момента, собственно, проект был благословлен. Значит, после этого, 2016 года, мы начали проводить, собственно, сам проект. Проект представлял собой большой федеральный конкурс, который заключается в том, что команды студенческие различных вузов нашей страны, всего было 8 вузов-участников, это те вузы, которые занимаются проектированием судов, то есть направление подготовки, связанное с кораблестроением. 8 вузов, 8 команд представили свои проекты судов, и был конкурс. Конкурс между вот этими 8 проектами. Конкурс проходил на площадке агентства стратегических инициатив, там участвовал и руководство Минобрнауки, и объемно-судостроительная корпорация, и много-много вузов. И, значит, из этих проектов было отобрано всего 3 эскизных проекта судна «Пионер-М».
После этого вот эти три команды, они нами были объединены в одну, и на площадке нашего университета объединенная студенческая команда из нескольких разных вузов занималась доработкой этого проекта до конца. И вот тот эскизный проект, который эти студенты сделали, это вот то судно «Пионер», которое вы сейчас видите. Дальше история продолжилась уже по строительству. Здесь тоже много было необычных моментов, вопросов, много сложностей. Мы в 2019 году, мы, по сути, только заложили это судно, поскольку процесс проектирования уже профессионального непростой, ведь это судно настоящее морское регистровое судно. В 2019 году мы его заложили, в 2021 году мы его построили. И вот, вот сейчас вы видите это судно «Пионер-М», в общем-то, единственное в оперировании университетов нашей страны настоящее морское регистровое судно. Столько препятствий пришлось преодолеть. То, что я вам сейчас рассказал, это, наверное, 1% того, какие реально препятствия были, потому что для вузовской системы история беспрецедентна. Ни один вуз нашей страны такого опыта в виде генерального заказчика строительства судна не имеет. Виктор Игоревич, вот если про экспедиции и оборудование говорить, могли бы рассказать? Там какое-то уникальное, говорят, оборудование. Да. Ну вот процесс, который вот сейчас озвучил Максим Павлович, Севастопольский университет тоже как бы не стоял на месте. Мы это время использовали для того, чтобы сделать у нас в университете, собрать комплекс научного оборудования, которое бы потом мы использовали на научно-исследовательском судне. Тоже этот процесс недолгий, но нам удалось это сделать. На данный момент у нас есть комплекс научного оборудования, который состоит в первую очередь из гидролокационного оборудования. Это гидролокаторы бокового обзора. Они у нас такие, что могут обеспечивать исследования морского дна на глубинах до 500 метров. Вы можете найти золотое дно. Да, практически. Значит, что мы можем сделать? Золото Колчака. Да. Мы можем с помощью этих приборов обнаружить объекты, находящиеся на дне, также получить детализированную карту морского дна, которая потом учеными используется для изучения по различным направлениям. Следующий прибор – это параметрический профилограф. Это уже тот прибор, который позволяет нам заглянуть в толщу дна до 20 метров вглубь. Это же и нефть, и газ, там может быть все что угодно. В частности, это одна из задач, которые могут там проводиться по морским исследованиям. И другие цивилизации. Да. Следующий прибор – это морской магнитометр. Это уже тот прибор, который нам может показать, и с помощью которого мы можем найти и зафиксировать металлосодержащие объекты на морском дне. Также немаловажно ответить, что у нас есть целая линейка телеуправляемых подводных аппаратов. Это уже то оборудование, которое позволяет под руководством оператора погрузиться на глубину 350 метров, провести фотофиксацию объектов найденных, видеофиксацию и поиск, если нужно, тоже этих объектов на морском дне. Потрясающе. Вот в средствах массовой информации проходила информация о том, что в следующем году «Пионер» совершит комплексную экспедицию в акватории разных морей с международным участием. Расскажите об этом. Да, это планы следующего года, и они очень у нас амбициозны. Значит, есть такая, ну, чтобы предысторию рассказать, к чему этот проект, есть такое понятие, как плавучий университет. Это принцип, по которому осуществляется обучение через исследования. То есть студенты, когда они еще учатся по определенным специальностям, они в процессе своей учебы уже фактически выполняют профессиональные научные исследования под руководством уже опытных научных исследователей. Таким образом, они приобретают компетенции по использованию оборудования. Они могут посмотреть, чем же они будут заниматься, когда станут уже профессионалами. И это уже более осознанно даст возможность студентам избрать свое направление, в частности, и привлечет их к науке. Таким образом, мы провели анализ. Такой проект «Плавучий университет» у нас уже давно в стране, несколько десятилетий функционирует. Но это все больше касается таких больших судов океанского типа. И все больше касается северных морей наших, Арктики. Там это активно все проводится ведущими вузами этого региона. Мы провели анализ и поняли, что наш «Пионер-М» как очень сильно подходит тому, чтобы это же самое сделать у нас на юге России. И потому наш проект в следующем году называется «Плавучие университеты моря и реки юга России».
в ходе которого мы хотим провести конкурс, отобрать студентов, сделать из них научные группы, провести весь необходимый комплекс обучения и подготовить их к участию в экспедиции, которая пройдет, по нашей задумке, от Севастополя, пройдет в акватории Черного моря, Азовского моря, в бассейнах рек Дона и Волги и Каспийского моря. А студенты не только севастопольские, да? Вот. Да, это не только для Севастопольского университета, это потенциальными, по нашей оценке, потенциальными участниками этого проекта могут стать 26 вузов. 26 вузов Юга России. Это те вузы, в которых производится подготовка по морским направлениям деятельности. И каких специалистов посредством «Пионер-М» мы можем воспитать? Ну, здесь во многом. Это прежде всего исследователи Мирового океана, то есть это морские биологи, морские химики, гидрологи, морские экологи. Конечно же, это специалисты, связанные с инженерией в области морских наук. Это подводная робототехника, это морская связь, это подводная связь, это подводная акустика. Вот то, что я сейчас сказал, это пол специалистов, которые точно на «Пионере» могут готовиться. Я просто, представляешь, какой потенциал тех команд и, в принципе, союзов творческих и научных, которые могут быть связаны с разными университетами. То есть, если студенты из Севастополя войдут в какой-то рабочий процесс со студентами там с Балтики, это же потрясающе. А как к вам можно на судно попасть? То есть, они должны заявку дать, или вы отбираете сами специалистов туда? Ребят, потенциально. Или только интересно. Все готовится, да? Нет, мы проведем конкурс. Мы проведем конкурс, будет объявлен конкурс, на котором будет предложено вузам поучаствовать в этом конкурсе. Как это будет проходить? То есть вуз, который примет, может быть, это будет не одна команда от вуза, их может быть несколько научных команд, которые соберутся у себя в вузе, определяться, какой темой научных исследований будут заниматься, где, в каком районе, какую программу им нужна для того, чтобы выполнить эти исследования, какое им нужно обеспечение. Будет такой создан проект. Этот проект они пришлют к нам, мы соберем все эти проекты и будет, я так думаю, будет сделано жюри конкурса, которое определит и выберет из этих проектов победителей, которые будут, мы ожидаем, что это будет до 150 участников. Потому что сам формат вот этой экспедиции, которую мы планируем в следующем году, он предусматривает поэтапный переход заходом в порты по пути исследования. В этих портах мы сможем менять научные группы, тем самым мы больше охватим студентов и больше будет пользы от нашего проекта. Можно заказывать вам магнитики. А девчонок брать будете на корабль или все еще плохая примета? Да нет, безусловно, у нас сейчас в Севастопольском университете из наших работников, сотрудников и студентов уже создана научная группа в количестве 45 человек. Среди них есть и женщины. И девочки, да. Спасибо вам большое. Я напомню нашим телезрителям, что поддержать исследовательское судно, этот проект «Пионер-М» можно на сайте достижения.рф, проголосовав за такой масштабный проект. Да, обязательно голосуйте, заходите на сайт и выбирайте, голосуйте за «Пионер-М». С гостями мы пока прощаемся. Спасибо вам огромное. А наш эфир продолжит рубрика нашей коллеги Маргариты Матковской, которая рассказывает о замечательных людях, посетивших наш любимый город-герой. И кто сейчас будет в новой серии, давайте посмотрим прямо сейчас. Однажды побывав в Севастополе, не забудешь его никогда. Приезжал сюда и Юрий Висбор. Современный зритель узнает его в первую очередь по роли Бормана в художественном фильме «17 мгновений весны». Юрий Висбор написал более 300 песен, снялся в некоторых фильмах и стал голосом поколения. Рядом со мной автор-исполнитель Сергей Шишкин. Здравствуйте. Здравствуйте. В 80-е годы авторская песня была очень популярна, и было много любителей, сторонников, поклонников. Появляется клуб самодеятельной песни «Ахтиар», и вы были ее вторым президентом. Расскажите, пожалуйста, что происходило, как это было? Очень интересное время. Я как раз поступал в институт, пытался какие-то песни сам писать, не знал еще о существовании
этого клуба, но попал в 77 году на концерт, фестиваль, организованный Володей Губановым в институте. И потом в институте появилось объявление. Приглашаем в клуб самодеятельной песни «Ахтяр». Сбор в городском доме культуры каким-то дням. Это был для меня 81 год, а клуб создали в 80 году. 6 февраля 1980 года считается датой создания клуба самодеятельной песни «Ахтяр». А я пришел в 81 году. Ну и началось концерты в общежитиях, какие-то выступления, где-то еще на предприятиях. Вот. В 84 году я взял в свои руки бразды правления клубом. В 86 году прошел фестиваль у нас первый. Такой большой, достаточно, с приглашением. Севастопольский или крымский? Нет, это пока был севастопольский, но с приглашением гостей. Таня Уманская активно помогала мне в этом. А следующий год уже под предводительством обкома комсомола был крымский фестиваль, большой, с приглашением с почетных гостей. Ну и дальше слеты, встречи. Разные интересные, приезд разных интересных авторов. В 1983 году Юрий Висбор приезжает в Крым, он выступает в Симферополе и приезжает в Севастополь. Уверена, что вы встречались? Да, мне повезло. Саша Петров, наш президент, тогда поехал в Ялту, где Юрьевич вместе с Вениамином Смеховым отдыхали. Уговорил их приехать на встречу с нашим клубом. Вот, организовали экскурсию на барк Седов в Камышовой бухте, которая стояла. Есть даже видео, сохранилось. Володя Губанов снимал. А после вечером в квартире на Нахимова 3, на третьем этаже. Прямо здесь вот, да? Да, вот здесь вот состоялась знаменитая встреча клуба с Юрьевичем, которая прошла в неформальной, очень веселой обстановке. Висбору 49 лет тогда было. Он был значительно моложе нас. Много было шуток, много было хороших, умных слов сказано. Все, конечно же, заглядывали Висбору в рот с большим пиететом и уважением. Вот. Володя Губанов все настраивал лампу, чтобы получше кадры получились. Толик Таныгин фотографировал. Вот. Я записал все это на бобину, и, слава богу, все это сохранилось на магнитофон Astra 209. Какое впечатление на вас произвел Юрий Висбор? Ну, это был человек, человек солнца, человек праздник, человек улыбка, человек, который беспрерывно искрил пальцем, шутил, ну и пел, конечно, серьезные песни. Ну, ты находишься рядом с чем-то великим, ну и не до конца осознаешь, что человек простой, абсолютно в общении, очень душевный, очень приятный. Вот. Неизгладимое впечатление. Неизгладимое впечатление, да, конечно же. В пригороде Севастополя есть ресторан «Шайба». И когда Юрий Висбор направлялся в Ялту, он туда заезжал. После чего родилась прекрасная композиция «Одинокий гитарист». Расскажите, что так повлияло на музыканта? Ну, эта история начинается, конечно, со встречи нашей вот на Нахимова 3. Вечером уже уезжая, Висбор, обнаружив, что сигареты кончились, просит водителя остановиться у ресторанчика «Солнышко», который в просторечии «Шайбой» назывался. Заходит в этот ресторан и видит там человека, играющего на гитаре и поющего Демиса Русоса. Этот человек, гитарист, это Сережа Погребняк, который работал там. Ну и остальная картинка его сильно впечатлила, и он задержался на какое-то время, впечатлился. И за следующие два дня, находясь в Ялте, написал песню «Одинокий гитарист». Приехал на следующий день показать Сереже, но он в это время не работал, поэтому не услышал этой премьеры,
Но впоследствии пел сам эту песню. Мы будем очень признательны, если вы исполните песню Юрия Висбора «Одинокий гитарист», которую он написал, посетив Севастополь. Большим удовольствием. Это моя одна из самых любимых песен. Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме. Море черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимый, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым Генделем на пару поднимает к небесам этот маленький трактир. И витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Огромное спасибо, Сергей, за столь увлекательный рассказ. Пожалуйста, обращайтесь. Юрий Висбор, чьи песни стали народным достоянием, прожил короткую, но очень яркую жизнь. Он был безумно талантливым человеком. Песни Юрия Висбора глубоко проникли в нашу жизнь. А одну из них он написал, побывав в Севастополе. Меня зовут Маргарита Матковская. Сегодня мы говорили о Юрии Висборе в Севастополе. Ну а о жизни других замечательных людей в нашем городе мы узнаем в следующих выпусках. В нашем городе продолжается диспансеризация населения. Подробнее об этом поговорим с Людмилой Шеремет, главным внештатным терапевтом Департамента здравоохранения Севастополя. Приветствуем вас в нашей студии. Давайте вместе встречать утро. С добрым, да, действительно, и здоровым утром. Кстати, что такое диспансеризация? И если человек чувствует себя здоровым, ну, зачем ему проходить ее? Диспансеризация специально разработана и главный смысл диспансеризации в том, чтобы своевременно выявить заболевания хронические или риски развития заболеваний. Поэтому, конечно же, человек может не знать, что у него есть высокий риск развития заболевания или уже начальные симптомы этого заболевания. И зачастую люди ходят с высоким давлением, не зная о том, что оно у него есть, с глюкозой повышенной и с другими рисками, которые как раз и выявляются в рамках проведения диспансеризации. Смысл всего, когда смысл всего процесса диспансеризации – это не просто выявить риски заболевания все, а выявить именно те, которые чаще всего приводят к инвалидизации и к смерти населения преждевременной. Соответственно, и комплекс диагностических исследований и комплекс то, что делается в рамках диспансеризации в медицинской организации, он направлен на именно на выявление тех факторов риска, которые и свойственны для заболеваний, наиболее часто, являющихся наиболее частой причиной смерти. Это сердце, да? Совершенно верно. Главный итог диспансеризации, который ждут, это снижение смертности и повышение длительности продолжения жизни. А есть статистика, что зачастую посредством диспансеризации выявляется у населения? Конечно. Если говорить именно об
текущем времени, да, с начала года. Вообще диспансеризация – это юбилейный год, 10 лет в России диспансеризация, но Севастополь вступил чуть позже. Но при этом однозначно есть результаты. Можно говорить, есть чем хвалиться. Вот на данный момент прошло 9 уже месяцев, 9-й в середине заканчивается, да. Если брать только последний месяц, то количество злокачественных новообразований, которых было выявлено у населения, за один только месяц – это 29 злокачественных новообразований. Это уже подтвержденных. Из них 17 злокачественных новообразований было в начальной, самой ранней стадии, когда люди даже не подозревали, что они у них есть. И как раз эти 17 человек, они имеют отличные шансы полностью вылечиться и продолжать свою жизнь без каких-либо проблем в будущем и без риска для своего здоровья в рамках, ну, от онкозаболеваний. Наверное, в этом и состоит ценность вот для тех, кто, у кого трудоспособный возраст, кто, конечно, понимает, что у него ничего не болит, я там вот заболит и пойду. На самом деле диспансеризация важна для всех. Она задумана именно так. Вообще профработа, профилактические осмотры вместе с диспансеризацией, они идут в комплексе. И задумано так, что с 18 лет, как только человек входит в взрослую жизнь и переходит из детской поликлиники во взрослую, идет первая диспансеризация и первый осмотр его уже во взрослой поликлинике. Далее диспансеризация до 40 лет один раз в 3 года, но при этом каждые 2 раза в год есть профосмотр. И дальше с 40 лет уже каждый человек один раз в год должен проходить диспансеризацию. Таким образом, получается, что один раз в год любой человек с 18 лет проходит профилактический осмотр. В той или иной мере, под каждый год, под каждый возраст есть свой объем исследований диагностических и определенный перечень врачей, кто посмотрит, да? Поэтому все возраста важны для того, чтобы их посмотрели профилактически. В любом возрасте может быть заболевание. Каждый из нас имеет наследственные заболевания, и точнее не только наследственные заболевания, которые уже проявили себя, но и риски проявления наследственных заболеваний, к которым есть предрасположенность. Да? Но человек еще не имеет заболевания, но предрасположенность уже есть. Само собой, при определенном образе жизни, при определенных вредных привычках, курении или при повышенном весе, допустим, больше риск развития сахарного диабета. При курении больше риск развития злокачественных новообразований, заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы. Соответственно, когда человек проходит с 18 лет каждый год мы можем и выявлять те или иные риски, выявлять уже заболевания, которые есть, о которых человек не подозревает, и те заболевания, о которых он знает хронически уже в более поздном возрасте, уже у людей серебряного возраста, у пожилых, у них может быть 2 и более хронических заболеваний. Вот здесь нам важно предотвратить тяжелые осложнения, к которым приводят эти заболевания, и своевременно скорректировать лечение или начать какие-то реабилитационные мероприятия. А где и кем проводится диспансеризация? Диспансеризация проводится государственными учреждениями. Это является частью программы государственных гарантий. Диспансеризация проводится бесплатно. И у нас в городе Севастополе это городские поликлиники. По месту прикрепления вы можете их пройти. Каждый может записаться по удобным ему средством. Это может быть или госуслуги, или звонок в колл-центр, или обращение в поликлинику, в регистратуру. Сейчас все здравоохранение настроено так, чтобы диспансеризацию человек мог по зеленому коридору пройти в ближайшее время после записи. И сейчас, в принципе, в течение 3 дней, если человек записался, то в течение 3 дней практически всегда он может пройти диспансеризацию. Для этого отведены кабинеты, врачи, и по отдельному потоку люди могут обследоваться. Мы говорим о любом человеке или все-таки возрастная категория, какой-то интервал есть? Конечно же, есть интервал. Диспансеризация, как мы говорили, с 18 до 40 лет – это один раз в 3 года, и после 40 –
каждый год. Соответственно, если год считается календарный, даже если вам будет в конце года, то в начале календарного года вы можете уже записаться и пройти диспансеризацию. Если более подробно, по каждому возрасту и по объему исследований, можно узнать в медицинской организации или на сайте Департамента здравоохранения, на сайте медицинского информационного центра. Также расписано достаточно подробно. А что входит в базовые исследования? Вот можете рассказать, чтобы людям было интересно знать? И говорят о том, что сократился, да, этот список? Или список количества исследований, входящих в диспансеризацию, действительно сократился. Но это незначительное сокращение. Главный смысл диспансеризации – это скрининговое исследование, которое поможет охватить большое количество людей, объем большого количества людей за достаточно короткий временной промежуток, год. При этом нам нужно это сделать так, чтобы это не нанесло ущерб доступности медицинской помощи. То есть это должно быть распределено в ресурсах здравоохранения корректно и правильно. Соответственно, взяты скрининговые исследования, которые можно провести в течение одного дня, чтобы человек не отвлекался от работы, да, имел возможность за один день провести исследование. Это те исследования, которые достоверно доказывают одним исследованием, достоверно доказывают или указывают на какой-то из признаков заболевания. Вот. И те, которые не требуют длительного времени промежутка для либо интерпретации результатов, либо для своего, для самого проведения исследования. Соответственно, ранее был анализ мочи. По анализу мочи выявить тяжелые или острейшие состояния, или тяжелые осложнения достаточно сложно. Это малоинформативный метод именно в рамках скрининга. Он может потом использоваться как дополнительный метод при наличии той или иной патологии, но в скрининге он себя не показал эффективно. Поэтому в течение 10 лет, конечно, изменялись, дополнялись и корректировались и исследования, и набор специалистов, которые входят в диспансеризацию. Так интересно вы рассказываете. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях Людмила Шеремет, главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Севастополя. И мы обсуждаем, конечно же, диспансеризацию в городе, которая проходит. Обязательно в ней участвуйте. А почему вот порой диспансеризация проходит в несколько этапов? Можете рассказать, в чем там специфика? Что это, да, за этапы? Конечно. Мы говорили о том, что диспансеризацию должны пройти большой пласт населения всех возрастов. Соответственно, там будут идти люди, которые не имеют патологии, это молодежь, и которые при проведении как раз первого этапа, это базовые исследования, не имеют заболеваний, которые нужно дообследовать более уже подробно и требуют консультации узких специалистов. В базовые исследования первого этапа входят такие обязательные исследования, как анкетирование. Хочу заострить внимание именно на прохождение анкетирования, потому что от того, как человек заполнит анкету, очень важна дальнейшая интерпретация результатов итогов диспансеризации. В анкете есть информация, которая будет запрошена у пациента по его анамнезу, то есть по истории жизни, по тому, какие он имел заболевания, какие заболевания были у его родственников. И далее вопросы есть о тех или иных симптомах заболеваний, которые важно знать и которые являются ключевыми точками для доктора, чтобы понять, какому дальнейшему специалисту нужно надо обследование. Фактически правильно заполнена анкета, это маршрутная карта, по которой потом вместе с результатами базовых исследований будет понятно, куда далее должен идти пациент. И, соответственно, если в анкетировании и в базовых исследованиях у нас выявятся какие-то отклонения, то дальше он идет на второй этап. Что еще в первом этапе, кроме анкетирования? Ну, само собой, это измерение артериального давления, это осмотр врача-терапевта, это электрокардиограмма в покое, это базовый анализ крови, обязательно анализ на уровень глюкозы и холестерина крови. С 18 лет один раз и 40 лет каждый год это исследование внутриглазного давления. Далее доктор проведет по специальной шкале
оценит риски сердечно-сосудистых заболеваний, антропометрические данные измерит и также оценит риски заболеваний, связанных с излишним весом или при наличии у пациента каких-то вредных привычек, также определит риски развития тех или иных заболеваний, связанных с его вредными привычками. Знаете, если можно, вот короткий вопрос. После большой пандемии коронавирусной инфекции, насколько важно вам вот эти данные людей, которые проходят диспансеризацию для здравоохранения, чтобы, допустим, что-то предупредить, что вот население стало больше болеть там легочными инфекциями или, наоборот, последствия на сердце после вот такой пандемии? Вообще данные по диспансеризации для здравоохранения просто переоценить сложно. Это очень важно, потому что такое большое количество людей одновременно в виде скрининга обследованные, то есть мы фактически имеем пласт населения и краткую информацию о базовом состоянии их здоровья. Да, всего города. Ну, совершенно верно. Мы говорим сейчас, что если речь о том, что каждый год с 18 лет в той или иной мере это либо диспансеризация, либо профосмотр каждый должен пройти, соответственно, вы понимаете, да, здравоохранение получит информацию о здоровье всего населения, что нам и важно. Но при этом главное, чтобы люди пришли. Потому что сейчас существует проблема. У нас это менталитет, если женское население, оно привержено к лечению. Все-таки женщины, они больше привержены к тому, чтобы своевременно обращаться. И они более ответственно относятся к профилактическим мероприятиям. Тогда как мужчины, наверное, до последнего не ходят в медицинские учреждения и обращаются только уже, когда существует ярко выраженная симптоматика того или иного заболевания. Наверное, это связано с менталитетом. Возможно, когда-то раньше мужчина у нас должен быть сильным, он не должен болеть, он должен за семью рдеть, работать и в конце дня принести бизона. Но мы же понимаем, что нам нужно сохранить мужчину, нам нужно сохранить его здоровье, потому что это глава семьи, и, соответственно, что нужно женщинам? Так как их ответственность, она обширная, и сознательность, она может поглотить не только мужчину, но и всю семью, она должна привести детей в поликлинику на профилактические осмотры и мужа каким-то любым образом, но говорить, прийти на диспансеризацию. Это действительно очень важно. Спасибо мужчины, большое. Прошу прощения, я добавлю, у нас именно у мужчин в молодом возрасте зачастую мы видим острые сосудистые патологии, инфаркты, инсульты, которые приводят и к смерти в молодом возрасте, и к инвалидизации. Конечно, важно, чтобы предотвратить это, а, соответственно, своевременно выявить. Самые скорые сроки идем в поликлинику. Да, как говорится, привести либо мужа, либо коллегу. Да, это как в секте. То есть вы пришли сами и должны привести 10 человек. И тогда будет всем нам счастье. Да, это точно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Людмила Шеремет, главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Севастополя. Мы обсуждали диспансеризацию населения. Участвуйте также в диспансеризации. Вот о чем мы, собственно говоря, и поговорили, обсудили в деталях. А далее не переключайтесь. Наш эфир продолжит рубрика «Имеем право». Эксперт расскажет, в каких случаях полезно составлять брачный договор. А в этой рубрике программы речь пойдет о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом. Телезрительница Татьяна Юрьевна интересуется. У моего мужа есть квартира, купленная до вступления в брак со мной. Возможно ли составить брачный договор, по которому эта квартира перейдет в мою собственность? Можем ли мы составить второй брачный договор, так как один мы уже заключили год назад? Согласно Семейного кодекса Российской Федерации, брачный договор супруги могут составить как на имеют право составить договор новый, имеют право внести изменения в этот договор. Что касается квартиры, которая принадлежала ранее лично супругу, он вправе также ее, согласно брачного договора, перевести новым режимом в личную собственность супруги. Пожалуйста, всегда это возможно сделать. Возможно сделать брачный договор и на будущее имущество, которое они могут приобрести.
То, что второго вопроса касается, то имущество, соглашение, брачный, извините, договор может быть заключен новый, может быть дополнительный к старому договору, это уже по усмотрению сторон. Но в любом случае, если это доп. Соглашение к предыдущему брачному договору, оно должно быть удостоверено нотариально. А ваши вопросы мы ждем по телефону 8-86-92-88-51-03. Китайские ученые выяснили, что 2023 год станет самым жарким в истории наблюдений и побьет рекорд по средним температурам на Земле, установленный в 2016 году. Рекордные показатели связаны с активизацией климатического феномена Эль-Ниньо, сообщили об этом в Институте физики атмосферы Китайской академии наук. Дариник, расскажи, а вот как у нас сегодня с погодой в Севастополе? Чего ожидать? Согласно прогнозу погоды, сегодня 21 сентября синоптики обещают до 24 градусов днем, а ночью будет плюс 15. Ветер слабый 2 метра в секунду. Влажность воздуха комфортная 60%. Атмосферное давление в норме 761 миллиметр ртутного столба. Температура моря у берегов Севастополя 22 градуса. Понемногу остывает, но зато бодрит и освежает. А далее полезная информация от партнера прогноза погоды Компьютерной академии ТОП. Не можете оторвать ребенка от гаджета? Компьютерные игры стали проблемой? Направьте увлечение в полезное русло. Открыт набор в Компьютерную академию ТОП. Разработка мобильных приложений и компьютерных игр. 3D-моделирование и робототехника. Блогинг и мультипликация. Компьютерная академия ТОП. Записывайтесь прямо сейчас. Замечательно встретили утро четверга. В студии для вас работали Дариника Джигирей и Михаил Паутов. Увидимся завтра. Всех свершений возможных, всех рабочих моментов завершения, конечно же, и просто хорошего дня. Встретимся утром.